День славянской письменности отметили в Махачкале. Казачьи и русские подворья развернули в столице на площадке перед Домом дружбы. Показать свой быт и культуру приехали представители Кизляра, Кизлярского и Тарумовского районов. Организовало столь масштабный праздник Министерство по национальной политике Дагестана. Наиболее широко представлено подворье Кизлярского окружного казачьего общества. Здесь и казачья сторожевая вышка, и кашевары, готовящие уху, и экспозиция, посвященная Великой Отечественной. Ну а всем собравшимся поднимал настроение ансамбль «Казачьи песни». В основе культуры, традиции любого народа лежит письменность, лежит язык. А для Дагестана это имеет очень большое значение, потому что, начиная с 1938 года, все в Дагестане, письменность вся она на основе кириллицы. Вот, поэтому с тех пор издано миллионы трудов, с тех пор этот язык преподается, с тех пор русская культура стала неотъемлемой частью национальной культуры дагестанских народов. Это то, что нас сегодня объединяет.